что вы сейчас увидели? Как я хочу съесть этот замечательный ролл. А сейчас, как я хочу сыграть на гитаре. Сегодня о монтаже и так называемом эффекте Кулешова. Мы сталкиваемся с этим эффектом буквально каждый день, когда смотрим видео в YouTube, TikTok и смотрим телевизор, но даже не задумываемся об этом. Эффект Кулешова лежит в основе монтажа, а монтаж позволяет манипулировать сознанием зрителя. И вот как это происходит. До появления кинокамеры у театральных режиссеров того времени не было возможности монтировать свои постановки, ведь действие в театре происходит здесь и сейчас. В 1929 году основатель советской школы кино Лев Кулешов провел небольшой эксперимент. Он снял крупный план актера Ивана Мазжухина, который смотрит куда-то вдаль. Затем он снял три разных плана. Тарелку с супом, ребенка в гробу и девушку, лежащую на диване. Затем Лев Кулешов склеил, ну или как мы сейчас скажем, смонтировал поочередно эти планы с крупным планом лица актера. Затем он показал получившиеся фрагменты разным зрителям. Те зрители, которые видели фрагмент с горячим супом, говорили, что Иван просто хочет съесть суп. Ну а те, кто видели мертвую девочку, говорили, что Иван скорбит по умершей дочери. А ведь на самом деле выражение лица актера было одинаково во всех фрагментах. То есть каждый последующий план раскрывает или дополняет суть предыдущего. Это и есть основа монтажа, с помощью которого вы можете легко манипулировать сознанием зрителя. Хочешь снимать как профи? Записывайся на бесплатные мастер-классы в описании.